купание в ноябре в набережной спортивной гавани. Температура воздуха плюс 10, а может быть и воды столько же. Осенний пляж на бухте Федорова. Тут девушка с ребенком, написано у него «Варяг» на фуражке. И тут небоскреб до луны. Детская площадка, дети. Качели. Живые дары моря из аквариума. Гребешок, мидии, устрицы, крабы. И все это в ресторане. 7 футов. А это крыльцо ресторана. Вот еще морячок меню читает. Улица лейтенанта Шмидта, 17А. Музыка тут играет, чтобы никто не скучал. Там был открытый вход, можно было походить. Ну, сейчас, наверное, тоже можно. Стоянка катеров.